О чем мечтают дети накануне Нового года? Конечно, о том, что добрый Дед Мороз не оставит их без своих щедрых подарков. И еще о том, чтобы покружиться в веселом хороводе возле красивой и нарядной елки. В мир детства окунулись и наши корреспонденты. Андрей Вишневский продолжит тему. Самые главные и долгожданные гости на празднике – это дети. Именно у них в душе живет вера в чудо, в исполнение новогодних желаний. Всегда к месту веселый хоровод возле главной елки города. Для детей звучат самые добрые слова. Мы все с вами загадали желания, да? Вот. И они обязательно в новогоднюю ночь сбудутся. Кто загадал желание, значит, у всех желания ваши сбудутся. Я хочу от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Синеговского, от имени Совета района поздравить вас с наступающим 2018 годом, пожелать, чтобы вы все были живы, здоровы, чтобы хорошо учились. Особое ощущение праздника, которое переполняет тебя, как это важно и как это необходимо для юных славянцев. Я думаю, что 2018 год будет лучше 2017, что буду лучше учиться, получать хорошие оценки и будет много друзей. На крыльце Дома культуры детвору встречал Дед Мороз со Снегурочкой. В фойе детские глаза надолго останавливались на замечательных елочках, изготовленных юными мастерами к лучшему зимнему празднику. Путешествие большое, отправляюсь я сейчас, отправляюсь я сейчас. А в зале всех ждало увлекательное представление «Новогодние приключения Шарика и его друзей», подготовленное артистами Дома культуры. Главный герой пьесы по пути к Дедушке Морозу встречает препятствия, которые он успешно преодолевает, и в конце концов, как всегда, побеждают доброта и дружба. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».